Турнир по смешанным боевым единоборствам прошел в Люберцах. В нем приняли участие профессиональные спортсмены из разных городов России, а также Азербайджана, Узбекистана, Бразилии и Польши. На ринге Дворца спорта «Триумф» состоялось 12 боев по правилам ММА. ММА – смешанные единоборства или бои без правил. Быстро развивающийся вид спорта, который в последние годы стал международным явлением, серьезной индустрией и множеством поклонников. Турнир лиги Golden Team Championship прошел в Люберцах впервые. Golden Team – клуб лучших бойцов Московской области по смешанным единоборствам, где тренируются члены сборной России по ММА. На базе клуба создан промоушен Golden Team Championship, который с 2017 года проводит уже третий турнир. На сегодняшний день это третье мероприятие, которое мы проводим. Вот решили его провести в Люберцах. Нашей задачей было продвижение именно боев без правил. У нас выступают два чемпиона мира, два чемпиона России. Все ребята титулованные. Сейчас как раз один из таких турниров, где выступают очень много ребят, которые сегодня являются первыми номерами сборной команды России, официальной сборной страны. На ринг вышли именитые спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Грозного, а также Азербайджана, Узбекистана, Польши и Бразилии. 12 зрелищных боев, среди которых схватка спортсменок из Москвы и Уфы. Пришли болеть за наших, за Golden Team. Отличные острые бои, очень интересные и замечательно организовано все. GT Championship набирает обороты. Я на третьем турнире уже выступаю. И каждый турнир все круче и круче. Самым ожидаемым поединком турнира стал бой восходящей звезды российского ММА Анатолия Малыхина против спортсмена из Польши Михала Влазла, где российский тяжеловес в первом раунде удушающим приемом победил польского бойца. Очень легко все было, но очень тяжелая была подготовка. И спасибо всем людям, которые мне помогают на протяжении моего пути. Промоутерская компания Golden Team Championship планирует проводить турниры, привлекая как российских, так и зарубежных бойцов. Главная ее цель – продвигать молодых перспективных спортсменов на более высокий уровень. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.